сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Команды начинают эту игру. Поехали. Пирло. Тут может что-то получиться. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Обратный пас. Очень быстро сыгран. Карасо. Маскеран. Пирло. Может получиться интересная атака. Невероятный сейв! Игра остановлена, будет угловой. На коротке решили разыграть угловой. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Пока неплохо. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Пирло. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. А вот сейчас может быть опасно. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Пирло. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Забирает мяч голкипер. Штрафной удар. Это может быть опасная атака. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Мяч ушел в аут. Хорошо укрыл мяч. И это должен быть гол! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Крученным ударом игрок посылает мяч точно в сетку. Маэстро, вот так закрутить, это надо уметь. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Маскеран. Бар. Это может быть опасно. Вот это удар! По мячу попал, а вот по воротам... Посмотрим за этой атакой. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Карасо. И это шанс забить. Прекрасный гол.
И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Что творит? Что творит? Держите его семеро. Да, сегодня он просто какой-то сумасшедший футбол показывает. Каждый раз удается освободиться от опеки и выскочить на ударную позицию. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Удар от ворот. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Пирло. Насри. Бам. Это может быть опасно. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Карасо. Тут может что-то получиться. Легко справляется вратарь с угрозой. Насри. Может получиться интересная атака. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Отличный удар. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Насри. Отлично сыграно. Надо решать. Защита справляется. Карасо. Три ноль. В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Маскеран. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Карасо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Де Йонг.
Хороший пас во фланг. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Момент для удара! Какое спасибо! И еще один в сетку они отправляют. Ого-го, это уже разгром! Разница теперь уже в 3 мяча. Это много. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Так, защите тут большие вопросы. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Пирло. Пока неплохо. Здесь защита справляется, мяч отобран. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Да, здесь явно эмоции возобладали над разумом. Глупо так фалить. Да, будем откровенны, просто психанул этот игрок, и оправдания ему, наверное, нет. Посмотрим за этой атакой. Ставь, ставь, не имеешь права! Судья указал на точку, и игрок отделался лишь легким испугом. Ну и в данной ситуации арбитр счел 11-метровый удар, наверное, необходимый и достаточной мерой наказания. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Молодец, хорошо сделал свою работу. Хорошее исполнение пенальти, качественно и уверенно пробил игрок. Одна команда сегодня на поле. Это может быть опасно. Какой удар! Спасает в этом эпизоде команду голкипер. И может как-то поменяется теперь его игра? Думаю, очень скоро мы это узнаем. С своей куражной игрой он действительно разозлил атаку соперника. Пошли последние полчаса игры. Карасо. Тут может что-то получиться. Защита надежно играет, мяч отобран. Бам. Явная ошибка защитника, мяч потерян. И подача туда, в сторону ворот. Хороший вынос мяча из штрафной. Карасо. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Маркизио. Отлично сыграно, надо решать. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Карасо. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Весь стадион кричит, бей! Может получиться интересная атака. Но тут должен играть вратарь. Немного нерасчетливо получилось. Это передача. Какой-то, знаете, между собойчик. Атака продолжится через фланг. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Судья дает продолжить игру. Штрафной ставит судья. Насри. Это может быть опасно. Снова точный пас в его исполнении.
Хаке. Ну и что? Главное, мяч пересек линию ворот. Это гол. Игра продолжается. У нас уже 5-1. Ну что ж, болельщики хозяев сегодня получили ровно то, зачем они пришли на стадион. Да, преимущество хозяев, по-моему, никаких вопросов сегодня не вызывает. Мяч ушел в аут. Пирло. Пошли последние 10 минут игры. Маскеран. Мяч будет введен из аута. Насри. Свисток штрафной. Маскеран. Напрашивался этот пас через центр, сложно. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Посмотрим за этой атакой. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Карасо. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Смещается в центральную зону. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Потерял он мяч, но кому он достанется? Хороший по задумке пас. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Пирло. Итак, сейчас может быть опасно. Есть первый гол у нас. Очень резвая. И это должен быть гол. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет. И это шанс забить. Прекрасный гол. И еще один в сетку они отправляют. Ого-го, это уже... Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Молодец. Снова точный пас в его исполнении. Гол! Мяч в сетке!